Шалом, шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Эта история произошла с одним праведником из Кишинева. Одной ночью он очень поздно вернулся домой. Около час ночи примерно был. Он вернулся домой, сидит. У него был красивый кабинет. И вообще усадьба была большая, хасидская, много помощников. Он сидел в своем кабинете и писал беседы. Вот свои беседы про многие религиозные вещи, свое мнение. Вот. Он приближал евреев, у него был большой шлихут. И тут он начал звать своих помощников. Его помощники тоже были раввинами, не такого уровня, но раввинами. Смиху они имели. Он их вызывает, говорит: все, я развожусь, пишите мне гет. На него так посмотрели, говорят: рав, вам 70 лет. Вы прожили с супругой 50 лет. Нам не послышалось, он говорит: ну, смотрите, я в здравом уме. Я, по-моему, все четко сказал. Пишите развод. Ну, послушайте, раввин, мы что, спорить будем? Нет. Ему написали развод, он говорит: лыхаем. Все, делаем лыхаем. Потому что все, что не происходит, делается к лучшему, и все идет от Всевышнего. Все оттуда, ничего просто так не происходит. Все, делаем лыхаем. Хасиды начали делать лыхаем. Такая, знаете, большой фарбрендинг. Вот, хасидский хороший фарбрендинг, веселый. И он говорит: ну так надо же мне искать новую супругу. Все, раввин не может быть один. Нет, новую супругу. И опять лыхаем. И он спрашивает, толпа, раввины гуляют. Он спрашивает: а хасиды, скажите мне, что будет с человеком, который захочет обидеть мою жену? И один хасид выкрикнул: пускай ему отрубят ноги. Ну и все, амейн. Вот. Ну такое, да, себе благословение. Но, по крайней мере, так они все сказали. И к нему приезжает один человек. Ночь, поздно, все гуляют. К нему заезжает человек, говорит: Ребе, у меня есть дочь, и мне очень сейчас неспокойно на душе за нее. Я уехал, она очень далеко от меня находится, я ее оставил. Я вообще приехал к вам за советом, у меня большие проблемы. У меня нет денег, у меня нет заработка абсолютно никакого. Но сейчас моя проблема не в этом заключается. Я очень сильно переживаю за свою дочь. Я очень часто уезжаю работать далеко, потому что нужно как-то прокормить ее. И я всегда переживаю. Скажите мне, пожалуйста, вы можете благословить меня и мою дочь на то время, пока я отсутствую, чтобы у нее все было хорошо. Она хоть уже и взрослая девочка, но вы же понимаете, я отец, я еврейский отец. Еврейские родители всегда переживают за своих детей, хоть им будет и 40, и 50 лет. Он говорит: да, но я женюсь на твоей дочке, да? Все опять так посмотрели. Он говорит: ну все, хупа, давай к тубу, я женюсь на твоей дочке. Что может ответить он? Нет, это большой хасид, раввин, нам ничего не может ответить. И они сделали хупу без присутствия этой девушки. А в тот самый момент к ее дому хотел подойти непристойный молодой человек, изнасиловать ее и обокрасть дом. Он давно следил за ней. И когда он начал подходить туда, проехала карета, повозка с лошадьми, простите. И он спрятался в сундук. И они зацепились об камешек, и карета слетела с дороги. Они там везут груз, эти люди, они вообще в шоке, они выбегают, берут эти вещи и ставят их на сундук, где спрятался этот разбойник. И идут просить о помощи. И он ногами пытается отодвинуть, чтобы вылезти оттуда. И абсолютно ничего не получается. И вот он дернул очень сильно эту крышку сундука, и все содержимое упало ему на ноги. И отрубило ему ноги. Этот раввин специально развелся со своей женой, так как он знал, что приедет этот человек. И Всевышний его любит и охраняет за его шлихут, за выполнение его заповедей. И если он себя связывает с этой девушкой, вообще неважно с кем, то Всевышний охраняет и этого человека за его заслуги. Поэтому таким образом этот хасид из Кишинева спас девушку. Чему нас учит эта майса? Тому, что всегда мы можем получить добро не только в свою сторону за наши заслуги, но и наши близкие, наши родственники могут получить.